Стальной Хват России. Привет. Приехал к Саше на тренировку. Он позвал поломать у него в зале вот такой вот стерженек. Что это у нас есть? Мы продолжаем цикл лома обрезанного фата. Значит, фат у нас четко 178,7 дюймов. Вот такой он красивый. Александр Анатольевич сейчас покажет, что у нас с диаметром происходит. В общем, это получается, наверное, предпоследний должен быть. 12,22. Еще один кончик покажи. Это 12,7-миллиметрового фата отрезано, ну, как обрезано, обточено 12,2. Двойная защита. Вот так вот все это на станке обрабатывалось. Вот такой красивый получился. Держи. Фат вы знаете, что это фирма FBBC у нас. В мире подлинник никто не гнул. Ну и, в общем-то, обточенный никто не гнул, только Александр Анатольевич поднимался там с 11, даже с 10,8. То есть мы начинали гнуть 10,8, 11 с копейками, еще 11 с копейками. И вот сейчас будем пробовать уже размер за 12. Это уже в поле зрения самого фата, который на 12,7. Опять же, защита у Александра Анатольевича в последнее время это две кожи. Кордуру он сейчас стал редко использовать, но вы старайтесь, наверное, все-таки с кордурой. Причем, как вот земляк советует, нарезать на полосы, оно пожестче получается. И почетче намотка. Да, Анатольевич? Ну да. Фат, в общем-то, материал проверяли, там смотрели. Оказалось, это бериллиевая бронза. Это не латунь. А материал, который идет на пружины. То есть у него очень пружина большая, соответственно, дожим катастрофически тяжелый. То есть процесс надгиба не занимает не такой, как бы, трудный кинг момент, а вот все остальное это будет очень-очень тяжело. Приготовили заранее чопы дожимные, один меньше, один больше у нас теперь. Такая вот система, видите, они лежат готовые, да. Саня, тут на свет встань туда. Вон туда. Сейчас. Давай середину. Тщательно руки прообрабатываются. Сейчас еще и пацаном помажем. Магнезии должно быть все, то есть никакого скольжения. Все четко должно держаться очень плотно. Значит, фат обрезано на 12,2. В мире никто не ломал, вот будем первый раз пробовать. Бериллиевая бронза. Thank you.
Давай, Анатольевич. Держись. Посмотрите. Да. Лето 2015. Анатолич, остальной хвост с тобой гнет. Весь остальной хвост с тобой гнет. Невероятная история о сапожнике, который примерял жизни своих клиентов. Я могу стать кем угодно. Сапожник — это твое дело. Стрингера, Адам Сэндлер, Дастин Хоффман. Огромная пружина, ребята, огромнейшая пружина. Дожимать надо, и не только Анатолич может. Он только может дожать. 300 килограмм у него такая способность. И конец. Да, убивай его, Антонович. Блин, я уже согнул две железки, пока снимал. Ребят, смотри, я в шоке. Давай, держи. Стой. Стой. Держи. Дай вторую. Ребят, ну, у меня слов просто нету. Я остался со... Спину мою покажи. Я не могу. Ребята, идем на этот. Пошли на линейку. Пойдем на линейку. Нам сломал. Давай на линейку. Ну вот так, что произошло в конце дожима. Вот и теперь давайте думать, что будет с фатом, если фат ломать. И давай этот. Ты опять его пустил, да? Линейку клади. Ну тут как ее смотреть? Да не надо ничего. Короче, мы в 5 входим однозначно. И Анатолич делает следующее. Он просто... Вот давай посмотрим торцы. Вот это американский материал у меня. Который должен был гнуться. Зернистость чудовищная, да? Да. Ну так, ребят, от Александра Анатольевича фат на 12,2 был просто сломан, разрушен и побежден. Всем пока, удачи, здоровья, ломаем железо.